Днем и ночью, в любое время года, эти люди готовы прийти на помощь. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник, многие из них не вправе покинуть свой пост. Сотрудники органов внутренних дел традиционно 10 ноября получают поздравления. Вот и сегодня слова благодарности за самоотверженный труд звучали со сцены Дворца культуры Подмосковья. Всем-всем, кто на сегодняшний день выполняет эту работу, разрешите пожелать крепкого здоровья членам ваших семей, покоя, мира над головой. Отдельная благодарность вашим женам, мужьям. Контракт о службе в органах внутренних дел подписывали вы, а эту ношу несет на своих плечах вся семья, как правило. Поэтому низкий вам поклон, спасибо за работу. Говорят, что бывших сотрудников правоохранительных органов не бывает. Многие из тех, кто уже ушел на заслуженный отдых, и сейчас оказывают посильную помощь своим действующим коллегам. Делятся опытом, иногда справедливо критикуют, работают с общественностью. Такой вклад не остался незамеченным. В честь праздника ветераны МВД получили подарки и грамоты. Хочется поздравить тех, которые присутствуют в этом зале, и тех, которые находятся на постах, маршрутах, в оперативных группах, с нашим профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел. Пожелать успехов в работе, чтобы четко и ясно выполняли возложенные на них профессиональные обязанности. И, естественно, пожелать продвижения по службе и в повышении в звании. Не обошелся праздник без грустных моментов. Традиционно минутой молчания сотрудники полиции вспомнили своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. 6 апреля 2014 года при задержании преступников был убит сотрудник Красногорского управления МВД Сергей Жадобкин. По указу президента Российской Федерации он был посмертно награжден орденом мужества. А вдове капитана Екатерине Жадобкиной сегодня вручили сертификат на квартиру. Поздравили виновников торжества и представители муниципальной власти. Все они отметили огромный вклад каждого сотрудника в создание спокойной и безопасной атмосферы на территории района. Хочу вам пожелать здоровья, счастья, удачи, поменьше невзгод и неприятностей, а побольше вот таких вот праздничных минут. С праздником вас, с Днем сотрудника органов внутренних дел! Помимо слов благодарности, руководители муниципалитета вручили сотрудникам ОМВД ценные подарки и грамоты. А продолжилось торжественное собрание праздничным концертом с участием красногорских творческих коллективов и специально приглашенных гостей. Максим Мельников, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.